Здравствуйте, я Антон Деркач. В этом видео я буду говорить о страхе. Изучению этого вопроса я посвятил много лет, внимательно читая книги по психологии, художественную литературу и слушая мнения умных и мудрых людей на этот счет. Теперь я готов поделиться с вами теми знаниями, которые я приобрел на этом пути, и, возможно, как они помогли мне справиться со страхами, так они помогут и вам. Наталья Грейс говорит, что страх – это своего рода увеличительное стекло между вами и вашей целью. Через это увеличительное стекло мы видим все в искаженном виде. И маленькие, незначительные препятствия кажутся нам огромными и даже непреодолимыми. Научившись справляться со страхами, мы обретаем способность видеть все в истинном свете. И тогда мы легко перешагиваем через эти маленькие препятствия и достигаем своей цели. Согласитесь, это очень хороший стимул для того, чтобы научиться справляться со страхами. Так чего же мы боимся? Можно бесконечно долго перечислять все то, чего мы боимся. Мы боимся гулять ночью по темным переулкам. Мы боимся за свою зарплату, за то, что нас уволят. Мы боимся, что наша девушка или наш парень нас бросит. Мы боимся за сохранность каких-то своих материальных ценностей. Мы боимся очень многих вещей. Но если присмотреться, во всех этих вещах, во всех объектах нашего страха есть что-то общее. И это общее – неизвестность. По сути, единственное и главное, чего мы боимся в своей жизни – это неизвестность. И путь к спасению от страха очень прост. Нужно неизвестное превратить в известное. Но для начала нужно взять ответственность за свой страх на себя. До тех пор, пока мы говорим, что что-то нас пугает, мы отдаем управление нашими страхами чему-то вовне нас, каким-то внешним обстоятельствам. И лишь когда мы начинаем говорить, что «я чего-то боюсь», тогда мы берем ответственность за страх на себя. И уже мы решаем, что делать с этим страхом. Представьте, вы стоите на пороге темной комнаты, и вам не видно, что внутри этой комнаты. В этот момент вы можете испытывать внутренний безотчетный страх, и боитесь вы вовсе не комнаты, и даже не темноты. Вы боитесь неизвестности, потому что вы не знаете, что вас там поджидает. А теперь представьте, что вы достаете из кармана фонарик и методично начинаете освещать эту комнату. Вы видите стены, видите мебель, видите разные предметы и постепенно начинаете понимать, что бояться-то, в общем-то, нечего, так и с любым страхом. Когда вы начинаете методично изучать то, чего вы боитесь, то чем больше вы узнаете об этом страхе, о предмете вашего страха, тем меньше вы этого боитесь. Попробуйте, это действительно работает. Меньше всего мы боимся того, что нам очень хорошо известно. Поэтому, справляясь с любым страхом, превращайте объект вашего страха в то, что вам очень хорошо известно. Таким образом, вы сможете избавляться от любых ваших страхов, делая вашу жизнь приятной и комфортной. В этом видео я рассказал вам о том, что такое страх, чего мы боимся и как справляться со страхом. Теперь ваша очередь действовать. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание. Если эта информация была интересна или полезна для вас, ставьте лайк. Делитесь этим видео с вашими друзьями,
чтобы и они могли эффективно бороться со страхами. И до встречи в новых видео.